В ефірі «Тема дня». На 18 лютого було призначено попереднє судове засідання. За позовом місцевої прокуратури, Миколаївської місцевої прокуратури номер 1, проти Всеукраїнської профспілки працівників малого і середнього бізнесу «Єднання», а також їх супутніх колег, йдеться про земельну ділянку, на якій розташована база «Вікторія» у селищі Коблеве. Прокуратура вимагає повернути державі цю земельну ділянку. Підприємці, представники Всеукраїнського об'єднання підприємців, говорять про те, що дії прокуратури незаконні. Сьогодні у нас в студії Наталя Кожевіна, голова Всеукраїнської профспілки працівників малого і середнього бізнесу «Єднання». Вітаю. Коментар від представника прокуратури почуємо за кілька хвилин. Ну і, в принципі, по суті, чому такий позов взагалі з'явився? Ваша версія? Ну, моя версія определенно идет, с одной стороны, зачистка, скажем так, земель и, в общем-то, стремление как бы сегодня расчистить какие-то земли, от особенно предпринимателей, которые, может быть, не всегда... Ну, есть интерес к определенным участкам земли в Коблево. Сегодня утверждается, утвержден уже генплан. Вот, идут доработки документов. Вот, Коблевской, скажем так, Коблевскую зону отдыха ее присоединили к селу, и сегодня как бы на нее она фактически является в рамках в целом села. Объединенная территория, вот, да, разом так. Вот, мы делали попытки где-то поднимать вопрос о курортной зоне, потому что там уже особые условия, но, скажем так, ни у кого воли особой не было. Вот. Но сегодня очень много противоречий вообще законодательства. Мне, как главе профспилки, часто приходится как раз заниматься именно защитой вот предпринимательских интересов. Потому что наша прокуратура, наши силовые органы, наши кабмины очень много сегодня говорят в программах, везде все говорят защита, там, защита прав. Но мы в реалиях видим, что сегодня бизнес, реальный такой легальный бизнес, скажем, особенно малый и средний, он подвержен сегодня очень большим таким... Он вытесняется. Давайте еще раз. В чем, на вашу думку, причины и насколько законные вымоги прокуратуры, на вашу думку? Я считаю абсолютно незаконными, во-первых, потому что наш профсоюз, допустим, он вообще в 90-е годы взял земли, в 96-м году уже госакты. Нас сама система заставляла. Был период, когда были приняты, значит, у нас был госакт на постоянное землекорестование. Вот. Потом было принято в Верховном Совете там какой-то подзаконный акт, по которому надо было их срочно либо выкупать, либо переходить на арендную плату. И мы проводили все в рамках закона. Можете поверить, что, в общем-то, у нас сильная юридическая группа, и мы, юридическая служба у профсоюза, потому что там много очень вопросов именно по предпринимательству приходилось отставить. Поэтому здесь мы делали все в рамках определенных рамок и законов. И для меня абсолютно было непонятно. Я знаю, что в Коблево идут эти процессы. Я никак не предполагала, что мы можем оказаться вот такого, в зоне таких интересов. Вот. Поэтому здесь двоякие вещи. Ну, в разговорах люди пытаются преподнести, что сегодня, в общем-то, вот такая нестабильная обстановка нужна для неких и политических кампаний, кому-то надо выгодно. С другой стороны, есть пожелание у отдельных товарищей, может быть, получить какие-то поддержки финансовые от бизнеса, есть такие вот. Но это все предположения, фактов Конечно. Реальных нет. Есть реальный факт, есть реальная подання. Подання это было по 57 участкам где-то, как у меня есть информация. Реально в судах пошло. 5 дел идет сейчас, проходит в Николаевском суде, вот, с юридическими организациями. 3 проиграли. Это справы повязаны с вашей? Не, ну, аналогичного плана. Также до предприемцев? Да, да, предпринимательских структур. Одной структуре она выиграла, вот, для нее пошли на какие-то там такие, скажем, достаточно интересные условия, в общем-то, вот, которые могут сегодня быть преподнесены
Значит, Кубле вообще перерабатывает, дорабатывает свою документацию. Там много очень делается в этом плане. Вот. В то же время мне неоднократно приходилось выступать и поддерживать. Сегодня очень много незаконных вещей делается. Меня очень болит это то, что происходит с пляжем, с Коблевским. И мы много по этому поводу выступали. У меня большая переписка по этому есть. Везде, где могла, поднимала эти вопросы. Сегодня очень много вопросов, опять-таки, к взаимодействию с силовыми структурами. Но, к сожалению, климат, микроклимат бизнеса ухудшается в Коблево. Вот, он тенизирован. И, к сожалению, как бы не было, но у меня есть информация. Що ви маєте на увазі під мікрокліматом? Є якісь дослідження? Люди закривають свої справи, продають нерухомість? Продають, уходять. Некоторих взагалі вот просто витіснили з тих вот колег, з которыми я начинал. Там вот такая есть Татьяна Квасняк, известная, борец за многие коблевские вопросы. Она вообще все уже попродавала и ушла. Вот. И сегодня многие задумываются уйти, продать. Вот. Я не из тех, кто собираюсь, в общем-то, уходить, продавать, потому что я когда-то еще на заре, когда бизнес только начинал, сказала, мы с этой земли не уйдем, не чисто Коблевская, а с Украины. Мы здесь будем создавать нормальный микроклимат. И наш профсоюз это делал. Поэтому мы отслеживаем ситуации. Мне приходилось, значит, где-то защищать предпринимателей, выскакивать, приходить, когда на торговлю наезжали. Там. Понимаете, там у нас были периоды, когда у нас были, ну, как там называется, смотрящие. Мы этот вопрос с Еленой Герасимчук в свое время достаточно шумно поднимали и приостановили процессы. Вот. То есть наш профсоюз активно участвует. Уже немає? Смотрящих реальных нет. А где они, как они теперь уже не смотрящие? Они приходят и не говорят «дай». Вот. Когда ко мне приходили чиновники, там начинали что-то мне говорить, ну, я, понимаете, я все-таки, во-первых, представляю все украинские профсоюзы, потом я все время в радах различных, вот, я корочки всегда держала, вот, у себя, я говорю, я член рады при кабинете министров. Ребят, не туда. Но, тем не менее, у нас отобрали тротуары. На этих тротуарах сегодня уже построили. У меня судов... Давно все смеются. Скажи, а ты из судов выходишь? Почти нет. То там, то там. То по бизнесу, то рейдерство в Киеве мы пережили очень большое. Тоже там. То есть эти процессы для нас стали как бы, ну, какой-то полунормой, что ли. Вот. И это обидно. Страна-то не поднимается. В стране-то рабочие места-то как таковые, налоги как таковые. Мы одни из тех, кто больше всего платим налоги, кстати. Ми ще повернемося до загальної ситуації з підприємництвом в Україні зараз, щоб все ж таки продовжити по цій справі, з якої ми почали. У нас є коментар Еліни Григоріан, прокурора відділу забезпечення представництва в суді, управління представництва інтересів держави в суді прокуратури Миколаївської області. Послухаємо і прокоментуємо потім. Миколаївською місцевою прокуратурою номер 1 було пред'явлено позовну заяву в інтересах Коблівської сільської ради щодо визнання незаконним скасування розпорядження Березанської райдержадміністрації, визнання недійсним договору купівлі-продажу, укладеного між райдержадміністрацією та юридичною особою Київською міською профспілковою організацією «Єднання», і відповідно витребування земельних ділянок, уже у подальшому переданих іншим юридичним особам, у зв'язку з тим, що розпорядження райдержадміністрації є незаконним, земельну ділянку відчужено поза волею на той час законного власника, яким було Миколаївська облдержадміністрація, на цей час у зв'язку зі змінами меж населеного пункту земельна ділянка ввійшла в межі населеного пункту села Коблево, і розпорядником є Коблівська сільська рада, в інтересах якого ми діємо. І більш того, головним порушенням є те, що відчужено земельну ділянку нормативно встановленої прибережної захисної смуги Чорного моря, а відповідно до земельного законодавства передача у приватну власність земель прибережних захисних смуг заборонено прямо. Прокуратура подала на Березанську райдержадміністрацію, Київську профспілкову організацію «Єдна», а також інших двох юридичних осіб – це товариство з обмеженою відповідальністю «Єднання» і товариство з обмеженою відповідальністю «Коблево Ресорт Маріне», які в подальшому набули право на цю земельну ділянку у зв'язку з введенням профспілкової організації у статутний капітал цих земель.
Ну, бачите, кілька таких тез основних. По-перше, ви коли заснували цю базу відпочинку, це ви ще в якості Київської міської організації єднання, Київська міська, вона найкрупна в єднанні, і вона найбільш фінансово устойчива була. У нас дуже мощний профсоюз був. І Київська міська взяла на себе і почала. А позже вже підсоединились ще обласні організації, інші. Це просто уточнення, тому що... Вот. А то в єднанні ми так і назвали. Одна з причин, я так розумію, ну, вірніше, названо, що райдержадміністрація, її розпорядження було незаконне, правда, то до кінця не вказано незаконне, але потім роз'яснюється, що це прибережна смуга, захисна, так, в якій, в принципі, забудова заборонена, але якщо, ну, хто не був у Коблево, може пересвідчитися, хто був, той знає, що там, в принципі, ця смуга вся забудована. Ну, так. Да. Во-первых, а во-вторых, она забудована была еще в советские времена. Можливо, вони хочуть потрохи-потрохи її звільнити все ж таки? Ну, а що толк? А що даст звільнити? Ну, якщо звільнити цю зону, буде трохи собі природа. Ну, ви розумієте, що, опять же, это опять микроклімат бізнесу. Если, допустим, ну вот сегодня, ну скажу, вот разбираем чисто Єднання, да, профсоюз Єднання, когда начинал строительство, все, все прошел квалифицированно, были подготовлены, еще у меня консультанты были, которые именно в ВЦСП свели курортное строительство. Поэтому у меня был одно из первых в Коблево госакт, тогда был губернатором Круглов. Я побыла в него, мы проводили здесь определенные тоже свои и семинары, и все, помогали предпринимателям. И, в общем-то, у меня... Это было еще до? В 96-й год. До было, это было еще... А, 96-й. 96-й год был подписан госакт. Тогда по всем тем условиям и именно решался на уровне области. Теперь дальше мы поднимаем земельный кодекс, который имел на 2008 год. Там 2008-2010, во-первых, Кабмином было принято разъяснение о том, что госакты надо ликвидировать. И вот тут меня и поставили, либо выкупай, либо бери в аренду. Что такое брать у нас в аренду, аренда на 5 лет или на год или на 3, вы знаете, какие это муки, и пережив, допустим, с предпринимателями, что такое аренда, я, конечно, принимала решение, что надо покупать. И, конечно, напрягла и свои организации, напрягла все, где могла, чтобы нужно было находить дополнительные средства. Вот. С точки зрения предприятий, профсоюз сам не ведет деятельности, поэтому профсоюз учредил предприятие. Как только вводился корпус, который достраивался, профсоюз строил. И профсоюзные деньги туда входили. И профсоюз вложил в это предприятие, в уставной фонд строения, а позже начал решать вопросы земли, как и положено. Все коммуникации, вот наш вот этот пансионат, он обладает всем. У нас своя трансформаторная, своя КНС, своя скважина. Мы больше того, еще и нашли воду, которая была более чистая. Вот, в пойме и провели, а потом у меня ее отбирали. Угу. Это все, то есть я пережила много всяких нюансов. Вот. Поэтому здесь это один момент. Второй момент. На тот период, когда мы получали разрешение, вот на этот период как раз по земельному кодексу, 122 статья земельного кодекса, она гласила о том, что земельный кодекс давал право решать вопросы выкупа вот с госактов земельных участков, решать на уровне местных органов, не областная администрация, а именно местный орган. На то время не было межсела Коблево в этой зоне, и они находились за межами села. У меня это все это в документах, все это есть. Угу. И поэтому именно областной администрации было дано право. Я тогда очень тщательно проходила. Проходила даже согласование все эти в Киеве. УКРЗИЕМ занимался. То есть здесь тоже профессионально все решало. Я удивляюсь прокуратуре, которая сегодня... Вместо того, чтобы очень много проблем, она сидит, выискивает и не удосужилась. Первое. Во-первых, поднять сроки давности. Выкуплено было в 2010 году. Официально оформлено, там это все это длилось до 2012 года. Но в 2010 году уже мы собрали деньги и выплатили за землю.
Больше того, прокуратура не удосужилась поднять земельный кодекс того времени и настаивает на этом. Сейчас они чуть-чуть тише стали, а там вот это вот все время вокруг этого был шум. Прокуратура заявляет о том, что они не были информированы. По всем данным, я не могу, правда, сегодня еще достать этот документ, но по всем регламентам, значит, районный совет, проводя районная это администрация, проводя решения свои, она обязательно отправляла в обладминистрацию, и второй шел обязательно в прокуратуру. Был прокурорский контроль. Вот. И следующий момент был. На протяжении последующего времени, 2014 год, у меня письма есть, мы обращались в прокуратуру, потому что наши права там пытались на этих же участках нарушить. И у нас были скандальные ситуации, я направляла, и даже у меня письмо конкретно есть. То есть здесь сегодня это разбивается. Прокуратура знала, администрация знала, главный архитектор на тот период, Атанасов был, подписал, участвовал в подписании, проходило, все проходило, кадастровые Николаевской области. То есть все то, что положено, все выполнялось. И поэтому это сегодня притянутые. Смуга, да, со смугой играются сегодня. Со смугой играются в целом по Украине. Это ж опять Николаев, это сегодня, скажем, не как бы и Коблев не единичные варианты. Где-то пользуются тем, что беззубые предприниматели, беззубые организации, те, кто хитро не знают, как проскочить везде, вот, с этими смугами, да, и я в конце концов, я тоже не была предупреждена, я не знала. Я бы уже где-то настаивала или искала варианты, а как решить. А они решаются. А тем более сегодня, когда изменились вообще ситуации, когда мы стали в межах села Коблево, в котором утвержден генплан, нанесены улицы, и объекты собственности уже засвечены. И объект есть уже, раз. Второе, по нынешнему водному кодексу четко сказано, что эта вот смуга, она устанавливается, да, в двухкилометровой зоне, но в межах городов, сел и так далее, это же сегодня, считайте, в двухкилометровой зоне в Одессе не может быть ни одного объекта. Понимаете? То есть ни в Коблево самом не может быть, потому что там и от лиманов, и от всего, там идет тоже двухкилометровая зона. Так как без объекта собственности? Там лично дома строят, лично дачи строят, куча дач там выстроено. Поэтому вот это тоже притянуто сегодня. Не прокуратура кто-кто, а прокуратура знает прекрасно, что эта смуга утверждается в рамках вот этой градостроительной документации. И сегодня проект этот лежит на согласовании, его не толкают для того, чтобы с неугодными пошевелить их и куда-то деть. Я думаю, все-таки, вот проблема. Все-таки, напевно, підстави є законні у прокуратури. Ми ж не можемо просто так собі припускати, що вони абсолютно безпідставно це роблять. Я хотів спитати, ви згадували, що 5 справ подібних зараз розглядаються, да, так, у господарському суді Миколаївської області. А яким, завдяки чому виграли? Ви не знаєте? Вони знайшли... Завдяки чому? Ну, от в інформації з суда, яку ми отримали. Они там просто им установили смугу 127 метров. Угу. И все. И выиграли объект, который, причем, если говорить о нас, то там объект, по-моему, ресторан. Угу. Я еще сегодня просто информацию-то получила, поэтому мне надо будет это проверить, это пока так сказать. Вот. Но, в принципе, мы не изменили условия ни ГУСАКТа, у нас рекреационная деятельность, у нас нет объектов торговли, ничего. У нас была попытка там рынка создать. Мне когда объяснили, я быстренько все это самое, мне мои партнеры там предложили, давай все-таки, тогда ничего в Коблево не было. Негде было вообще ничего купить. И мы, конечно, пошли на то, что на свободной земле разрешили торговать. Но я это быстро прекратила, когда поняла. Поэтому здесь сегодня я вижу, в принципе, это определенная, с одной стороны, ну, безграмотность прокуратуры, который вместо того, чтобы посмотреть по Конституции, конституционные нормы защиты, опять-таки, собственности. Мы же говорим о собственности, о привлекательности, инвестор, кто к нам придет сегодня. Можливо, ми ще будемо повертатись до цієї теми, тоді цілком можливо буде або додатковий коментар, або можливо навіть поруч. Ну, зможемо поруч посадити прокурора. Я хочу згадати, ви ще по цій справі, так? Да. Так от і ще.
Так сегодня, извините, для того, чтобы довыкупить эту землю, мы привлекли колоссально. Мы напрягались, мы нашли эти деньги, искали каким разным образом. Я не могла даже через профсоюз все привлечь, да, и через этот бизнес. То есть искала, и мне пришлось даже продавать лично свою землю, лично и входить даже самой уже в учредители с вот этими паями. Я продала землю в Киеве 10 суток, я продала дачу родительскую. Потому что я понимала, для меня это объект, он был престижа. Я когда-то, когда мы начинали только как профсоюз, и мы были первый профсоюз, который не вошел в систему ВЦСПС в советское еще время. 89-й год, у нас 30 лет будет. И меня в фонд соцстраха пригласили, мне кричали, ты кооператорша, ты хоть один пансионат построй. И я тогда завелась и сказала, построю. Я поехала в Крым. Я поехала туда. У нас были постройки и в Сходнице, и что-то осталось. В Крыму отобрали. В Крыму был четырехэтажный корпус. Сюда я вложила лично душу. Мой муж строил, подорвал здоровье. 54 года ушел из жизни. Я 17 лет без него одна тянула это все. Понимаете, для меня это объект как детище. И поэтому я понимаю, что вот это уже опять, это не защита. Значит, если прокуратура и видит что-то не так, то она, по крайней мере, должна была пригласить нас, сказать, ребята, у вас вот тут, вот вы видите, давайте думать как. А давайте думать, как защитить эти интересы. То же самое должен понимать опять глава сельской рады, депутаты сельской рады. Они берут и уничтожают сегодня объекты. Но не все опять-таки. А почему с нас начали? Со старейшего предприятия, которое первое, которое одно из больших платит налоги, одно из первых создавалось на вот этом 52 гектара земли было у молдавских профсоюзов. А що сталося із тими ділянками, які відсудила прокуратура? Які відібрали підприємців? Вони потім намагаються передати в аренду, можуть передати, а можуть потім затягувати аренду. А от, наприклад, у наших друзів, от, мама пляж, у них ліквідували собственність. Кінцева мета в чому? В тому, щоб повернути сільраді, чи перепродати комусь іншому? Щоб бюджет заробляв, чи комусь конкретному віддати? Здесь, в даній ситуації, я розумію, що в перспективі, це, звісно, віддати і віддати в определену... Це припущення. А по тих об'єктах, які вже повернули державі чи місцеві? По тих об'єктах я судьбу не знаю. Я сьогодні тільки, во-первых, увидела. Вот. Я думаю, что, ну, как мне объяснили, что дают им возможность взять аренду, и как бы можно не платить аренду, ну, вот в нашем случае, мне оценщики уже посчитали, минимум 1 500 000 долларов, это будет минимум, это материально, моральный ущерб по вот этому нашему участку. А извините, кто заплатит? Прокуратура нам заплатит эти деньги? Она нам не заплатит. То есть я пойду дальше по судам. Первое, это меня утопить в судах, а под это может и банкротить, может и выжимать, кто-то хочет. За руками, за прокуратурой может вполне стоять какой-то определенный бизнесмен. Тоже может быть, это постанова. Останнє запитання, ви вже про це сьогодні говорили, мікроклімат, так, погіршується мікроклімат для підприємців. Кому це може бути вигідно? Ну, сегодня крупные, скажем, сети пытаются во многом поубирать и в городе Киеве, и в целом по Украине, поубирать малый бизнес. Хотя политика абсолютно, на мой взгляд, это абсолютно безглуздо. Да, сегодня мы проводили упрощенную систему налогообложения. Да, ее повернули, извернули, в ней не все гладко. Мы ее закладывали, потому что было очень тяжело тогда, когда люди выкинуты из заводов. Я лично была у Леонида Даниловича Кучмы и доказывала, и показывала социсследование, которое мы сделали как профсоюз, где показали, что выкинуты 90% было высококвалифицированных работников, инженерно-технических, женщин особенно, в первую очередь, и они выкинуты были на рынки. И тогда массовые рынки, и мы вот от этого шли и шли, тогда почему проводили вот эту упрощенную систему налогообложения. Она позволила легализоваться очень многим. Она начала приучать к налогообложению, к тому, что ты платишь налоги. Сегодня куча штрафов, куча всего опять изворачивает, что это все не надо. И эту систему пытаются закрыть.
Мы опять уже сколько удерживаем, чтобы не было вот здесь этих вещей. Крупные сети, но для, в общем-то, скажем, стоящих там где-то, скорее всего, во властных структурах кто-то видит, им выгоднее притянуть сюда крупные сети в Коблево и начинать уже застройку. Там идет с Николаевской территории очень интересные постройки, действительно реально, хорошие постройки. Мы были первыми в Коблево, когда почти ничего не развивалось. 90-е годы было почти... Давно все смеялись, когда я строила. Я розумію. Ну, тобто, ваше припущення, що це монополії. Монополії просто відбирають монополії, у дрібних конкурентів. Монополії, і причому це в різних аспектах, в різних бізнесах. Но Україна, от коли-то у нас з Тігіпко був такий розговор в Кабміні, коли упрощенку... Да, дуже тихо. І... Я ему тогда сказала, Украина – рекреационная страна. Здесь рекреация – это один из источников. Вы же посмотрите, Греция держится во многом на курортном. Там Турция, там, что они создают? Они же, а мы с нашими историческими ценностями, с нашим великолепным климатом и возможностью дать хорошую пищу, мы бы могли быть где-то там на высоких уровнях. На жаль, и у президента в программах везде стоит. Пріоритет, п'ята отрасль. На цих оптимістичних планах я змушений вас все ж таки зупинити, час вже вичерпано. Дякую. Сподіваюся, що будемо бачитися із більш приємних приводів і всій студії в тому числі. Ну, а щодо основної сьогоднішньої теми, ми готові продовжувати цю тему. Розгляд її готові також надавати слово і представникам правоохоронних органів. Дякую вам. Дякую. Спасибо. Дякую вам. Побачимось.